Всем большой-большой привет! С вами Таня. Сегодня мы едем в магазин «Светофор», а это означает, что сегодня будет обзор полочек и сегодня будут супербюджетные покупки. Если вам нравятся подобные ролики, обязательно оставайтесь со мной. Обязательно не забывайте оценивать, нажимать на колокольчик, подписываться на мой канал, чтобы не пропускать мои замечательные другие ролики. И приятного вам просмотра! Поехали! Новый детский порошок Baby появился в Светофоре, 142 рубля стоимость, 3,8 килограмм. Я вам покажу описание, производитель — город Новосибирск. Ну вот, знаете, состав где-то сильно далеко под швами находится, еле я его просмотрела, попыталась для вас снять. Два шуруповерта, 950 рублей аккумуляторный и 1000 рублей вот такой сетевой союз. Покажу вам, как он выглядит, потому что он прямо лежал, можно потрогать, пощупать. Чисто внешне он мне понравился. Если вы хотите что-то очень бюджетненькое для дома, затеяли ремонт, можно, мне кажется, присмотреться. Если вы покупали такие уже, напишите ваши отзывы для моих зрителей, это будет очень полезно. Ну вот и второй аккумуляторный выглядит вот таким образом. Доместос, 161 рубль 50 копеек за два средства, супер выгодная упаковка и супер выгодная действительно цена. И вы знаете, по качеству они отличные. Я показываю, потому что я такие же, точно такие же покупала. Они идут по 1 литру. Я использую их им только для туалета. Супер справляется. Это, мне кажется, просто бомба. Посмотрите, что появилось в Светофоре. 500 рублей. Вешалка напольная появилась черного цвета. Выдерживает нагрузку до 10 килограмм. Я подобную вешалку напольную с роликами покупала за 1000 рублей в хозяйственном магазине у нас в городе. Ну, практически она такая же. Если вы блогер, да и не только блогер, если вы хотите удобно разместить одежду, где-то у выхода поставить, либо просто вам нравится такое хранение одежды, очень рекомендую присмотреться. Средство для очистки акриловых эмалированных ванн, 44 рубля, 750 миллилитров объем. Нам обещают, что здесь бесплатно 250 миллилитров идут, что цена выгодная. По поводу качества ничего не могу сказать, потому что не приобретала. Вот это вообще смешно. Столик-подставка универсальный, столик, который я много раз рекомендовала, который стоит 159 рублей. Этот столик сейчас в фикс-прайсе стоит 300 рублей, представляете, точно такой же. А это вообще интересная новинка за 330 рублей. Посмотрите, какой гамак появился в магазине Светофора. Мне даже помогли его раскрыть, посмотреть. Мне очень нравится расцветка. И еще и в чехле. Только вот состав я не нашла, что за материал. Но по ощущениям ткань очень приятная. Как будто это хлопок или ну что-то такое натуральное. Еще спальный мешок одеяла появился тоже, 656 рублей. Ну, как знаете, такая синтепоновая курточка, что ли, она идет на молнии. Она идет сразу же вот с таким чехлом, можно его убирать. И у нас было два цвета, две расцветки. Первую я вам показываю, а вторая была черная. Мне, в принципе, понравилось. Если вы куда-то ездите на природу, с палатками выезжаете, мне кажется, это вообще круто. Набор мисок с крышками, 171 рублей, здесь три объема, матовое такое покрытие, цвет какой-то, наверное, ближе к терракотовому, очень яркие такие, если тоже что-то подобное искали, возможно, для хранения продуктов и так далее, может, заинтересует. Решила вам также показать различные контейнеры, просто вот сделать общую съемку, чтобы вы посмотрели. Такие вещи, мне кажется, нужно покупать именно в магазине Светофор, потому что здесь самая выгодная цена. Посмотрите, есть различные объемы, даже есть сколько там, 60-90 литров, огромные коробки и контейнеры. Настольное покрытие, жидкое стекло, 284 рубля, я вам описание сейчас тоже покажу. К сожалению, у нас нет этих жидких стекол без рисунка. Так бы я купила на свой стеклянный стол. Лента бордюрная 99 рублей появилась. Вот такая новинка. Ну и в принципе сейчас для сада, огорода очень много всего. И укрывные материалы, и почвы очень много.
Если у вас есть домашние животные, обратите внимание, какая классная новинка появилась. Пеленка туалет гелевая, 60 на 40 сантиметров, 20 штук, 130 рублей. И здесь действительно полимерный наполнитель есть, в составе которой превращается в гель. Вот, мне кажется, что интересненькая такая новиночка. Еще появился на матрасник водонепроницаемый, 990 рублей. Бортики 25 сантиметров, высота, размер у нас 160 на 200 сантиметров. Мне очень понравился, конечно же, состав. Вы знаете, это как по виду напоминает махровое полотенце. Но одна сторона у него непромокаемая. Кроссовки детские в ассортименте, стоимость 275 рублей, размеры есть от 26-го, минимальный я нашла размер. Посмотрите, какие классные этакие кроссовочки, кстати говоря, покупала, две пары мы покупали, я старшей дочке точно покупала два раза, разные размеры, в разный возраст, естественно. И она их носила с удовольствием, и самый большой плюс в них – это то, что они легкие, удобные, и ножки не потеют, потому что у них вот эта тканевая верхняя основа, она дышит, дышащая. Пенниборд победитель, 896 рублей. Посмотрите, какая крутейшая новинка, особенно это актуально для жителей моего города точно, потому что у нас, например, в парке Победы есть специальный парк для того, чтобы кататься вот на таких досочках, сноубордах, я не знаю, как они там называются. Кстати, очень тяжело, я так потрогала, одной рукой вообще тяжело даже как-то поднять. Есть расцветки, варианты синий и бордовый. Еще вот такая новинка появилась, бритвенная система Strike. Здесь идет одна ручка и 20 запасных кассет в комплекте, 279 рублей стоимость. Вот я вообще не знаю, безопасно ли такими бритвенными станками пользоваться, потому что цена смешная. 86 рублей стоит вот такой клеевой пистолет, он тоже появился в светофоре, работает от сети. Дарлетто мягкий десерт, 0,5 килограмма, наполнитель вишня, без пальмового масла нам обещают, ну там хватает своего еще в составе, 125 рублей за 0,5 килограмма. Также еще посмотрите, какие конфеты появились, райский кокос, 0,5 килограмма, стоит 100 рублей, мне кажется, это что-то наподобие кокосового острова в фикс-прайсе, который продается. И еще чай появился в пирамидках. Посмотрите, я нашла три вида. И сейчас покажу состав имбирного коктейля. Цена 33 рубля 50 копеек, я думаю, вы увидели. И фруктоза 76 рублей за 0,5 килограмма. Вот такая еще интересная новинка появилась. Ну и лук-сивок, 2 килограмма по акции 1 плюс 1, 190 рублей. Здесь сорта я вам сейчас близко покажу, 2 сорта, в каждом пакете 2 килограмма, посмотрите. Мы сегодня посетили два магазина «Светофор». Первый адрес – город Йошкар-Ола, улица Машиностроителей, дом 76. И покажу вам сейчас покупки именно по этому адресу, потому что те покупки, которые мы совершили уже по второму адресу, этих новинок там по первому адресу нет. Итак, давайте я начну по порядку. Во-первых, то, что я покупала и в прошлый раз, и на всякий случай решила еще купить, потому что мало ли, когда мы в следующий раз в этот светофор поедем, не знаю. Это маска защитная из нетканого материала, не стерильная, одноразовая, трехслойная, здесь 50 штук, и это самая низкая цена в нашем городе на вот такие медицинские маски. Маски отличного качества, они не рвутся, не вылетают вот эти петли белые, все очень хорошо держится для взрослых людей, но на взрослого человека самые стандартные обычные маски ничем не отличаются от масок, которые поштучно продаются в аптеках и так далее. Стоимость за 50 штук 90 рублей 50 копеек. Также я купила набор гантелей.
гантели по 1 килограмму. И вы знаете, я сейчас понимаю, что, скорее всего, возможно, действительно, они мне слабоваты. Хотя, вы знаете, гантели же не сразу должны казаться тяжелыми, да, когда ты какие-то упражнения делаешь. Ну, в общем, у меня вообще мои руки, это мое, наверное, самое слабое место. Руки у меня всегда были очень-очень слабыми, поэтому я решила начать с малого. Отжимания мне вообще с трудом даются. Не знаю, я, наверное, делаю раз 10 и все. Ну, в общем, на разные виды мышц, на разные группы мышц. Ну, мне кажется, что... Ну, кстати, я чувствую напряжение, особенно вот так вот. В общем, вы знаете, буду качать руки, чувствуется, что там песочек есть. Даже когда ты дома, даже когда ты просто ходишь по дому, лишний раз вот таким образом покачать мышцы для того, чтобы руки не были вот здесь вот дряблыми и, в принципе, да, в тонусе были. Эти гантели стоят 188 рублей. У них отличное, кстати говоря, качество. Качество у них, кстати говоря, тоже отличное. И производство это ООО «Престиж», город Санкт-Петербург. Изготовлены они из ПВД материала и наполнитель внутри песок. Ну, такие обычные пластмассовые гантельки с песком. Скорее всего, в следующий раз я возьму еще крутилку, вот это колесо для пресса. Напишите, если вы покупали, кстати говоря, ваш отзыв, вообще нужная штука или нет. Завернуты гантели эти были просто вот в такую картонку. У нас в магазине «Светофор» появилась новая мексиканская смесь. И вы знаете, по составу она мне даже просто чисто внешне больше понравилась, чем та мексиканская смесь, которая была раньше. Мне кажется, там вообще как будто одна морковка была. Здесь я вам прочитаю состав: морковь, перец сладкий, фасоль стручковая, а вот кабачки здесь. Я думаю, что это такое, цветная капуста и кабачки это светленькие. Лук репчатый, зеленый горошек и кукуруза зерно. Очень красивого вида овощи. Видно, что они действительно были, ну, нормальные, не так, чтобы, знаете, овощи начали портиться и их быстрее-быстрее заморозили. И стоимость, цена 80 рублей 50 копеек за килограмм. Я только вспомнила, что я забыла купить туалетную бумагу, но зато мужу я не забыла купить чипсы мясные. А Тяшева, которые я постоянно покупаю, 120 рублей стоимость этих чипс мясных с прекрасным составом. Ну, так как мне в прошлый раз сделали замечание, что я много показываю одних и тех же товаров, которые я часто покупаю, я решила особо не зацикливаться. В общем, такие вещи там тоже есть. Следующее, то, что я вам покажу, это вот такие вот вкусняшки. В прошлый раз я тоже покупала, но, по-моему, там был другой вариант. Яблоко-банан, по-моему, там был вариант. А сегодня я купила фрутоняню, яблоко-груша. В прошлый раз я тоже покупала эти пюрешки, я сама их ела. Они один в один точно такие же по вкусу, по консистенции, по аромату, по запаху и по другим качествам. Они точно такие же, как в маленьких упаковках, в «Пятерочке» я покупаю. Поэтому я решила купить еще 4 упаковочки девчонкам своим. Состав: пюре яблочное, пюре грушевое, без добавления сахара, масса 180 грамм и стоимость 38 рублей данного продукта. Следующий товар, который я вам покажу, тоже я часто вам показываю в покупках «Светофор». Но еще раз хочу вам показать, потому что, возможно, кто-то смотрит в первый раз, возможно, кто-то еще не рискнул купить в магазине «Светофор» вот такой мягкий сыр рикотта, 0,5 килограмма. Это супер-пупер низкая цена, потому что точно в таком же оформлении, точно от этого же производителя, вот точно такое же описание, и даже баночка такая же. Я видела в 1,5 то ли 2 раза дороже стоит вот этот сыр, точно такой же сыр. В магазине «Лента». Я сейчас там часто закупаюсь, поэтому имейте в виду отличного качества сыр рикотта. Если вы любите десерты готовить, если вы любите запеканочки готовить, просто он действительно суперский. Если посмотреть у него состав, то в составе молочная сыворотка, сливки пастеризованные и соль пищевая, и больше здесь нет ничего. И стоимость вот этой упаковки 130 рублей за 500 грамм. В «Ленте» я видела 200 грамм или 250 грамм за точно такую же стоимость, 130 рублей или 120 рублей. Поэтому, конечно же, вам очень рекомендую сэкономить. Саша у меня самая необычная девочка, которая обожает машинки, поэтому я ей сегодня купила, во-первых, вот такую супер раскраску. Это «Робокар Полли».
Ей, я не скажу, что ей очень нравится даже сам мультик, ей больше нравятся именно вот эти игрушки, эти изображения, хотя мультик она тоже этот смотрит. Я думаю, что она будет в восторге. Стоимость этой супер раскраски 48 рублей дешевле, чем в магазине Fix Price. Также я еще по этому адресу купила два свитбокса, один Hot Wheels с машинками, там две машинки, я вам фотографию вставлю, потому что, конечно же, Сашуля у меня сейчас с ними играет. И Сонечке я купила котяту. Внутри здесь идет одна полноценная, прям настоящая игрушка. Также здесь внутри идет небольшое количество жевательного мармелада с добавлением натурального сока. Также идет постер внутри. Ну, это обычная, знаете, распечатанная бумажка, раскраска типа постер. И также одна обычная такая маленькая игрушка плоская. Но стоимость этого свитбокса 196 рублей. Там есть различные варианты, начиная от Леди Баг, заканчивая сказочным патрулем. Также я видела из мультика Буба еще персонаж. Еще мимимишки точно были. Ну, в общем, мультиков огромное количество, которые я даже не знаю. По первому адресу я вам уже все покупки показала на сумму 1210 рублей. Миндаль я там не стала покупать, как я говорила, он был просто ужасный. А второй адрес, который мы посетили, это город Йошкар-Ола, проезд Кокшайский, 32. Здесь было, по-моему, даже новинок побольше. И вы знаете, я что увидела? Для детишек вот такие обалденные наборы. Я, конечно же, сразу их купила. Во-первых, и вам показать, и девчонок своих порадовать. У меня моя старшая дочка Сонечка обожает единорогов и поняшек. Внутри находится коллекционная игрушка. Все эти игрушки указаны здесь вот наоборот, я вам показываю. И вы можете выбрать, по-моему, это классно. Прозрачная крышка, вы можете не достать фигуру для коллекции приобрести. Это не киндер-сюрприз, это не свитбокс, когда ты открываешь, и ты не знаешь, что там внутри. И порой повторочки попадаются. У меня, например, старшая дочка иногда очень горюет по этому поводу. Здесь просто я видела, что у нее нет такой поняшки, и я ее купила. И внутри вот в этом стаканчике идут вот такие шарики кукурузные, ну, как бы сухой завтрак, да, сухой завтрак он называется, мультизерновые. Цена товара 110 рублей. Я купила сразу две. Сашульке купила вспыш, машинки. И, кстати говоря, там классная машинка вспыш ей попалась. И внутри еще был один леденец и точно такие же снеки. Муж у меня купил вот такой трос, он недавно свой порвал, и сказал, что это прямо супер необходимая вещь. Сейчас, особенно в машину, всегда должна быть. 135 рублей 50 копеек, здесь два крюка, ленточный трос на 7 тонн, то есть до 7 тонн, это максимум. Длина троса 4,5 метра, достоинство обеспечивает плавное трогание, соответствует требованиям ГИБДД, безопасный, компактный, ну и выглядит, я думаю, что видите, да, обычный такой трос металлический, крючками. Ну и последнее, то, что я увидела вот по этому адресу, посмотрите, на Машиностроителей не было таких блокнотов для творчества. Здесь, конечно, написано возраст 8+, но мне кажется, что моей Сонечке очень понравится. И ценника, кстати, не было, только на кассе я узнала, что стоит этот блокнот для творчества 94 рубля 50 копеек. Но выглядит он просто бомбически. Внутри находится 11 трафаретов, внутри находится 19 стикеров. На первой страничке внутри находятся вот такие трафареты, вы сейчас поймете, для чего они вообще нужны. Также здесь находятся вот такие стикеры, наклейки. Одна страничка тоненькая, такая глянцевая, как пример, возможно, может быть, стикеры можно сюда клеить. И дальше 15 вот таких одинаковых страниц, где ребенок должен сам наводить трафарет, обводить контур, потом эту одежду раскрашивать. Ну вот как раз-таки тот трафарет, да, который я вам показывала, вот этот, одежду раскрашили. Дальше декорируете различными стикерами, которые тоже идут в комплекте. Здесь они идут на прозрачной основе. Мне кажется, что детям должно быть интересно. Еле нашла фисташки, думала, что уже выбросили. Посмотрите, чисто внешне они выглядят нормальными, но когда вы начинаете их кушать, они внутри, ну, просто какие-то гадкие. Через раз попадаются нормальные, конечно, бывают. Я не знаю, что с ними случилось, почему в светофор завозят теперь такие страшные орешки, хотя раньше я фисташки покупала. Ну, где-то год назад, полгода назад, там были нормальные фисташки, нормальный миндаль завозили. А сейчас то, что завозят, ну, это вообще, я сегодня и финики смотрела, там были не очень хорошего качества. Поэтому сухофрукты и орешки я сегодня особо не стала покупать.
Я надеюсь, что вам был интересен и полезен данный ролик. По крайней мере, если не так, то хотя бы приятно провели со мной время. Спасибо за внимание, спасибо за ваши комментарии заранее, за оценку. И пока-пока, до новых встреч в моих новых роликах.